Павлодаре нашлась мать брошенного младенца. 19-летнюю женщину стражи порядка обнаружили на автовокзале в одном из кафе. Молодая мама сообщила, что оставить ребенка ее вынудили материальные трудности. Девушка не может найти работу, а из дома выгнали родственники. А что подвергло? Почему покинули дом? А в городе оказались как? Я хочу сюда работать. Ребенка оставили для чего? На время просто выставили. Напомню, младенца принес в полицию житель Павлодара. Он рассказал, что с 8-месячной девочкой на руках остался после свидания с ее матерью. Со слов горожанина, при встрече женщина всучила ему ребенка, детские вещи и убежала. Сейчас малышка находится в больнице, где ее обогрели, одели и накормили. Не остались равнодушными и пользователи социальных сетей. Они до сих пор приносят девочке одежду и продукты. Как только ребенок окрепнет, его переведут в дом малютки. Тем временем полиция завела уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Нет, она не раскаялась, пока говорит, что заберет ребенка, но вопрос о том, что отдать ей ребенка или нет, это будет решаться после расследования уголовного дела.